В Дагестане выявлено хищение электроэнергии на сумму более 288 миллионов рублей. По предварительным данным, бывшие руководители энергосбытовой компании в период с февраля по май 2020 года произвели необоснованные начисления электроэнергии на несуществующих абонентов и двойные лицевые счета, тем самым причинив ущерб дагестанской энергосбытовой компании на сумму 288 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.